Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и сегодня у меня знаменательный день, потому что у меня первое наблюдение в новой стране. Я сегодня нахожусь в Кыргызстане, в городе Бишкек, и вот с местными любителями астрономии мы выехали на наблюдение метеорного потока Орониды. Место, конечно, здесь не самое идеальное, потому что мы отъехали, ну, буквально 10 километров от Бишкека. Это практически оранжевая зона засветки. Но что есть, то есть. Сегодня, в принципе, достаточно много облаков. И вообще ожидалось, что погода испортится. Поэтому мы поехали прям-таки на удачу. И эту удачу поймали, потому что кое-что сегодня увидели. Но поехали мы не только за наблюдением метеорного потока. Захватили еще телескоп системы Ньютона, аж 16 дюймов, как бы такой, можете оценить, немаленький инструмент. Правда, погода сегодня, конечно, очень капризная, телескоп долго остывал, но кое-что мы все-таки понаблюдали. Ни на секунду не останавливается вот эта рябь. Газпрозон заход. Ну и фактически вот, что, все затянуло, вот Плеяды только. Вот так вот, позатягивало все. Небо сказала, до свидания. Как-то неудачно мы сегодня чуть-чуть. Ну, первый блин должен быть ком. Против природы не попрешь, конечно. Ну так, отвели душу немножко. Но Ориониды тоже были. Причем было несколько достаточно ярких метеоров, но визуально я видел не так уж много, меньше 10. Но, естественно, снимал все на видео, и сейчас сделаю нарезку из самых лучших метеоров, которые попали мне в кадр. Давайте посмотрим, что из этого получилось. В итоге я насчитал 9 орионидов и 4 метеора из потока Тауриды. Да, конечно, немного, но вы сами видели, какое было небо. Почти все время с облаками и дымкой. И не могу не напомнить, что Ориониды образованы от кометы Галлея. Метеоры из этого потока – ничто иное, как частички знаменитой хвостатой странницы, что само по себе легендарно. Вот такой сегодня результат. Я не считаю, кстати, что первый блин комом. По мне так нормальное вполне себе наблюдение. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарий. Если хотите поддержать Astro Channel, то вы можете это сделать на Boosty, на sponsor.ru и на Patreon. Ну а я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!